«Молодежь за сильный Казахстан». Форум с таким названием проходит сейчас в Уральске. Перед студентами выступил президент республики Нурсултан Назарбаев. Я рад видеть, что тысячи молодых казахстанцев, чьи сердца бьются в едином ритме, собрались в этом зале. Вместе мы созидаем сильную страну, нашу общую родину Казахстан. Это самые активные студенты республики. На форуме их собралось около 2000. У всех молодых людей не одна награда. Поэтому ребята отличаются смелостью и находчивостью. Участники даже уговорили Назарбаева сделать с ним селфи. Ну а после фотографирования президент отправился на завод «Зенит». Здесь создаются суда и оборудование для нефтегазовой отрасли.